Ребятки, ну что, мангальчик у нас разгорается потихонечку. Погода клевая, шикарная. Морозец, 20 градусов. Вообще клевая погода. На солнышке, конечно. Сегодня, ребят, хочу приготовить, закрепить адыгейский сыр по стандарту. Уже кто-то видел это, как я это делаю. Хочу закоптить курицу. Мариновала со вчерашнего дня. Вот такие будут у нас ножки. Ну и по стандарту рыбка. Скумбрия тоже мариновалась специями, с лимоном. Это, ребята, очень будет клево, я так думаю. Ну, хлебушек тут. Такие чесночные, грибные приправчики. Маринованный лучок красный свой. Ну, зеленуха это по-любому. Сейчас пока сюда пришел. Сейчас быстренько тут почищу снежок. Ну и гости потом будут подтягиваться потихонечку. Так что, ребята, будет, наверное, у нас клевый сегодня праздничный обед, я так думаю. Все будет клево. Так, все пока приготовил. Костерок сейчас забодяжим. Ребят, ну вот. Голени готовы. Лисички. Клево. Ну а что делать-то потом, если он будет жрать? Вот. Ой, Андрюха, ну что ты, блядь, такой кусок? Вот. О, упал. Вот она, ребят. Хорошая. Красота. Мороз, правда, ребят. Ну ничего. Празднуем, ребят. Завтра на рыбалочку. О, какой амбал растет. Алюха. Алюха. Ну какой амбал растет. Наебли. Вон какой. Ребят, этом стопоре водки хочу вас, ребят, поздравить с Днем Защитника Отечества. Хочу поздравить всех достойных, реально всех достойных ребят. Кто служил год, кто служил два, кто полтора, неважно. Все достойные ребята этого праздника. Я хочу поздравить вас всех защитником Отечества. Пожелать здоровья, счастья, благополучия в семье, денег, бабла побольше, здоровья прежде всего, чтобы было, блядь, все как полагается. За вас, родные, пью вот этот стопорь водки, за всех красавчиков, за вас, ребята. Давай, ребята, всем напутствия, успехов, удачи. До новых встреч.